Во Дворце культуры Видного состоялось традиционное оперативное совещание с главой муниципалитета Алексеем Спасским. В нем приняли участие руководители управлений и служб округа, представители учреждений района и общественных организаций. Здравоохранение и общественная безопасность, дорожный ремонт и вывоз мусора – спектр рассматриваемых вопросов был традиционно весьма широк и охватывал все стороны экономической, социальной и хозяйственной деятельности муниципалитета. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу МЧС России Сергей Дешкин озвучил изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступят в силу с 8 июня. За нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются штрафные санкции. Итак, значит, на граждан увеличится до 15 тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 400 тысяч рублей. Еще одно новшество, касающееся оплаты проезда на общественном транспорте, прокомментировала директор Видновского троллейбусного парка Ольга Киндина. У нас примерно с 15 июня будет отменена оплата за наличный проезд в транспортных средствах. То есть будет приниматься только банковская карта, тройка, стрелка и, ну, соответственно, льготники по пенсионной карте социальной. А в остальном выступающие констатировали, что на территории Ленинского городского округа за прошедшую неделю никаких серьезных происшествий не случилось.